Привет, меня зовут Алина, и я рада приветствовать вас на своем канале. Недавно у нас с вами была мега распаковка посылки аж 8,5 килограмм. Сегодня у нас тоже будет с вами распаковочка. Вот перед вами посылка, чуть-чуть поменьше, но тоже большая, весом 3 килограмма. Я думаю, вам будет интересно же узнать, что там находится внутри. Давайте вместе с вами раскроем, заглянем в нее и посмотрим, что же в ней там находится. Ну что, поехали? Камеру я сделала поближе. Правда, она коробка большая и плохо влазит вам в экран, но я думаю, зато лучше видно. И еще я не раскрывала посылочку. Все делаю вместе с вами. Интересно, догадываетесь вы, что там может находиться? Или для вас это прям такой сюрприз? Если не видели предыдущее видео про распаковку, где мы снимали, раскрывали с вами 8,5 килограмм, то обязательно перейдите, посмотрите. Ссылочка на это видео будет под этим видео. Ну что, интересно же, что там внутри. Откроем вместе. А там пакеты. Вот так. И ничего тут вам не покажу. Тут будет сюрприз пакетов, да? Это какой красивый, смотрите, пакетик. Симпатюльчный. Так, потихонечку. Чтобы ничего не шаталось, мне положили пакетики. А вот здесь вот это вот у нас красота. Ну что, давайте смотреть. Смотрите, как даже упаковали, чтобы не разбилось ничего. Так, ну давайте начинать рассматривать поближе. Первый лак, который мне бросается в глаза, это 546 номер. Вот такое красивое сияние. Смотрите, какой симпатичный. С мелкими такими шиммерными частичками, да? Или как это сказать? Очень симпатичный. Имеет что-то немножечко... Ну, он такой прям красный. Но у вас на камеру он немножко ярче. На самом деле он вот так, да. Вот такой более темненький. Угу. Так, давайте следующий еще покажу. 552. Это рядом номера, да? А здесь тоже очень красивый такой. Ну, почему-то вот он у вас более оранжевым показывается, чем на самом деле. Ну, в общем, здесь есть розовая нотка у него. Вот. Эти покатились. Ну, не знаю, как вам показать. В общем, он не прям ярко-оранжевый. Тут такой прям, знаете, розовый шумерочек есть внутри. Вот, наверное, вам видно. Очень симпатичный лак. 552. Так, еще тоже 545 уже. Вот они, получается, да? Вот такой красивый, это уже шиммерный у нас. Такой розовый шиммер. Знаете, такое что-то коралловая база какая-то, да? Вот если их трое посмотреть, они все разные. Вот эти близки, но тоже разные. Здесь в этом, вот как и в этом, какие-то частички. А этот шиммер. Следующий, давайте посмотрим. Вот такой. Это коллекция фруктовый экзотик. 955. Здесь у нас получается, я так понимаю, забился глиттер. Вот здесь. Здесь рваные кусочки черного глиттера. И в такой неоновой зеленой базе.
Ну вот он уложился тут с краешку. Так, следующий у нас с вами это сияющее золото 935. Тоже вот здесь, смотрите, видимо, флакончик лежал, и вот пигмент осел. Ну, это просто мы взболтаем, и все будет у нас нормально. Смотрите, я поставила на паузу и взболтала, чтобы уже не при вас, вот эти два лака. Вот так вот, на самом деле, вот теперь видим фруктовый вот этот экзотический. В нем черный глиттер получается, вот он распределился. И вот такой он должен быть. Так, это тоже я потрясла. Как видите, уже теперь ничего не оседает. Здесь слюда у него. То есть осевшая была слюда. А теперь она хорошо распределилась. Он вот такой, наверное, больше правильного оттенка. Вблизи он более ярче становится. Вот. И вот... Да, вот если присмотритесь, там вот, вот слюда. Симпатичный. Так, следующий. Это у нас Fresh коллекция. 71 номер. И посмотрите, какой бесподобный. Прям очень красивый. Это такой фиолет с голубым шиммером, красивым шиммером, и вот красивый рисуночек, очень симпатичный лак. Вот его такой вот оттенок, немножко такой, знаете, припыленный фиолет. Давайте следующий посмотрим. Это у нас оранжевый, тоже коллекция сияния, 537. Если сравнить с предыдущим, они разные. Здесь у нас оранжевый, такой, знаете, с таким красноватым золотом. А здесь с розовым. Не знаю, надеюсь, вам видно разницу. Вот они разненькие. Так, следующий тоже из этой же серии, сияние 551. Это красивый такой бордо, да, с уже такими крупненькими частичками. Смотрите, какой. Если вот сравнивать с красным, то это красный, а это вот именно бордо. Вот могу показать предыдущий, но это розовый, нет, да. Вот, а частички так похожи у них. Вот. Их номер. Так, давайте еще. Так, а это Fruity Milk 949. Очень тоже симпатичный. Зеленая молочная база с глиттером золотым, зеленым. И двух размеров. Мелким очень таким. И более крупным. Ну, тоже нужно взболтать, чтобы лучше все это распределилось. Так, давайте еще покажу. Ага, вот 637. В прошлом видео, если вот вы смотрели со мной, а если нет, еще раз повторюсь, обязательно посмотрите. У меня была там коллекция матовых Dance Legend. Вот. А это вот в продолжении. Такого номера не было. Да, и как вы обратили внимание, в этой коробочке только лаки Dance Legend находятся. Так, это у нас будет матовый с зеленым шиммером. Трудно, наверное, показать. Это такой бордовый, зеленый. Очень интересный. Так, давайте еще вам покажу. Так, здесь у меня коллекция Милаго. Так, у меня, наверное... Да, у меня тут, наверное, я думаю, таких 4.
из этой коллекции. Вот, посмотрите, их номера 270, 266, 272 и 273. Вот такие четыре красавца. Очень красивые оттенки. Они имеют, вот эти два имеют золотой шиммер. Здесь у нас серебряный, а здесь розовый. Посмотрите, какой красивый. Красавец, да? И вот эти тоже. Все такие красивые. Вот вам, если правильно показать оттенки, немножко приходится дальше отодвигать от камеры. Так более правдивый. Вот это такой шоколад. Это коричнево-серой ноткой. И это такой, знаете, тоже сероватенький с коричневым. Ну, очень симпатичный. Если сравнивать с другим фиолетом, который у нас с вами был сегодня, то они разные. Здесь у нас фиолет с розовым, здесь фиолет голубым. Но оба красивых. Они из разных коллекций, конечно, но просто вам показываю для сравнения. Так, знаете, я что еще тут нашла? Я еще нашла еще один тут матовый. Так, это у нас уже 633. Это вот мы с вами смотрели, а это вот нашла. Какой интересный там. Что-то такое крупный шиммер какой-то прям интересный, да? Вот они разные. Тоже кажется бордовым. Ну, очень трудно понять, наверное. Ну вот, симпатичный, видите? Так, давайте вот этот вам покажу. А, это коллекция икорный лак. Да, вот, кстати, тоже этот лачок у меня был тоже в той предыдущей распаковке. Не этот, конечно, номер, там был другой, по-моему, 103 или 102, я не помню точно. Там был желтенький, желтая база и черно-белые икорочки. Вот, видите, коллекция красивая, называется икра, лак икорный как будто. И здесь же у нас уже с вами получается такая рыженькая база. Я думаю, их очень красиво можно вместе сочетать. Симпатичный. Так. Давайте с вами, которые тут заклеены, разрежем, чтобы мне вам их показать. Вот. Заклеились. Так. Здесь два разных лака. Так, давайте тогда отдельно покажу. Это у нас коллекция «Сияние» 531. Вот такой симпатичный фиолет шиммерный, да? Да. Вот если показать, да, тоже вот у нас вот такой был. Это вот как металлики, они на металлики похожи. Вот 531-45. Красивый такой. Фиолетовый. Так, и который мы тоже с ним достали, это коллекция Мальта, 82 номер. У меня он единственный из коллекции. Тут тоже, я смотрю, надо пигмент сбивать, трясти точнее, потому что здесь вам видно просто красное, а на самом деле там еще и золото. Он такой симпатичный. Но он не прям красный, вот такой, знаете, приглушенный оттенок. Так, давайте еще, наверное, вот этот у нас сильно запакованный. Наверное, его сейчас тоже откроем. Такой у нас спрятанный. Так, как же его тут так сильно запаковали, что я даже не знаю, с какого боку к нему подойти. Так, так. Так. Так, ну давайте я прервусь и к вам вернусь. Так, ну все, я вернулась. Вот я
его при вас сразу же вытащу. Так, это у нас из коллекции «Меняющий цвет» на солнце. 186 номер. Вот такой красивый, молочный, знаете, бежевый даже. Вот он у вас прям белый, а на самом деле он более... Так, наверное, показать вам с цветом коробки. Вот, молочный. Очень под цвет кожи прямо похож. Это он в таком состоянии будет, а на солнышке он станет вот таким оттенком, более красно-розовым. Вот. У него есть, так, наверное, только розовый шиммер. Тоже очень симпатичный. Так, я убрала бумажечку и к вам вернулась. Так, давайте сразу вам покажу. Вот мне в глаза бросаются вот такие два лака. Это жидкий жемчуг 11 и 9 номер. Я их уже брала, тоже они у меня были в той распаковке. Так, здесь я вижу, тоже надо пигмент взболтать. Он осел. Так, я за кадром взболтала, поставила на паузу. Вот он получается такой зеленый шиммер. А здесь такой коричневый. Он такой жидкий. Я прям не пойму, почему. Как вода. Смотрите. Очень жидкий. Даже пузырьки получились от того, что я его трясла. Этот нормальный. Это и можно их как топчики. Можно как самостоятельно, а можно поверх какого-то лака. Будут красивые топчики. Вот такие вот они. Так, давайте сразу покажу. Вот такой красавец. Коллекция Holiday. Это 852 номер. Ой, какой прям красивый. Надо же, какой. Я сейчас нашла. Смотрите, какой. Это линейная голография бордового оттенка, и там есть вот такие мелкие вскрапления, я вижу. Смотрите, какой вообще красивый. Прям восторг, восторг. Прям люблю я такой. Очень красивый. Так, давайте еще сразу покажу. Вот вижу таких два пушистика. А я взяла, это у нас Dance Legend 12 и 9 номер. Смотрите, какие пушистики. У меня таких не было. Может быть, у вас уже такая есть коллекция. Вот такие номера. Это 9 и 12. И что еще интересно, название. Этот вот похож на мишку. И вот он называется Тедди. Вот у этого вот. Да, видно. Очень милые. Это просто такие кремики. А вот этот прям крем такой бежевый, коричневый. Очень красивый такой оттенок, прям под цвет крышечки. А это такой серо-голубой оттенок. На камеру он у вас прям голубой. Ну, как вам показать, даже не знаю. Он серенький, не такой, как здесь. Лампочку убираю. Нет, все равно он более голубым он передается. Ну, в общем, серый с каплей голубого. Но не голубой. Почему-то здесь он не такой. И этот более теплый. Так, смотрю, мне еще положили здесь вот такую интересную красоту. Соль для ногтей. Смотрите, какая интересная. Витаминные земли называется. Ой, витамины земли, простите. Косметическая ванночка. И вот уже кератиновая для ногтей. Ой, какая прелесть. Очень интересно. Вот если интересно, что это, можете поставить на паузу, прочитать. Обязательно попробую, потом вам расскажу, как. Интересно. Так, давайте дальше. Дальше у нас с вами будет вот такой топ.
У меня был уже прошлой распаковки. Но здесь он уже другого оттенка. Сейчас я вам даже, наверное, поставлю на паузу и покажу предыдущий. Так, нашла свой второй. Вот этот сегодня мы с вами сейчас раскрыли, а этот у меня был. Так, а на камеру вам кажется одинаковый, да? Ну, они номера одинаковые на самом деле, но здесь немножко желтит. Здесь розовее, но вообще очень похоже. Вот так, наверное, вам видно. Видите, здесь более рыженький такой, желтенький, а здесь все-таки розовенький. Очень красивый топ. Там внутри красивая слюда. Это называется Алахомора. И у меня есть другой тоже. Я его недавно красила на свои ноготки. Там зеленый такой с золотом. А нет, зеленый-синий, по-моему, с фиолетом. Такой прям красивый был. Топ со слюдой. Если интересно, есть фотографии этого маникюра с этим топом у меня в телеграм-канале. Можете посмотреть. Красавица. Так, еще что мы тут сразу видим? Мы видим с вами вот такие с интересными названиями. Да, вот, наверное... А, нет, у меня их тут несколько даже. Сразу все вот таких несколько нашла. Видите, тут с буковками. Вот видите? 5Е, 6Д, 3Д, 1Д и 3Б, наверное, да? Это вот какое-то сияние лака все называется. Давайте я спокойно вам давайте по 3, да, здесь покажем. Так, значит, здесь такая вот красота. Здесь я вижу в прозрачной базе. Так, это у нас получается глиттер, розово-рыженький такой. Вот, это прям топчик такой получается. Розовое сияние называется. Так, этот у нас фиолет. Красивый такой. 5D. Ой, 6D, точнее, простите. Вот. С голо, да, там? Голочастички. Угу, такой прям красивый. Это у нас 3D. Здесь тоже он у нас осел. Ну, ничего страшного. Тут у нас голография розовая. А смотрите, написано «бирюзовое сияние». Не знаю. Может, когда-то он и был бирюзовый, но сейчас вот он прям такой розовенький. Видите? Так, и два других. Это у нас 1D и 3B. Тут написано «синее», а это... тоже бирюзово-синее. А может быть, там частички, вот если посмотреть вот здесь, смотрите, там какие-то голубые, как бирюзовые, правда, вкрапления. Вот тоже голография, она, надо ее взбалтывать. Так, а здесь у нас получается тоже такое, это как прям топеры, да, больше, наверное. Глиттер серебряный и красный, мелкая пыльца какая-то вот такая. Ну, они разные, видите? Так, еще есть вот такой 609-й коллекция Candy Flex. Вот такой. Лолипоп. Очень тоже красивый, смотрите. Тоже вот эта же слюда, по-моему, которая там находится здесь. Я хотела таких несколько, но вот смогла взять только один. Красивый. У него тоже такая слюда, похожая, как вот я вам показывала вот в этом. Может, даже она и есть, только здесь уже база, да? Более красная. Так, еще здесь, смотрите. О, еще одно сияние цвета. Здесь вот я вам уже показывала 186, а это у нас 191. Это такой серенько-бежевый с розово-золотой слюдой.
Ой, простите, шиммером розовым золотом. Тоже сейчас вот он будет такой, а на солнышке станет более сиреневым. Такие два симпатяги. Коллекции. Так, а здесь вот сразу у меня будет перед вами коллекция Прованс. Здесь у меня их несколько, я вижу сразу. Да. Вот, это все Провансы. Сейчас поближе вам их всех покажу. Так, ну давайте вот так по номерам. Делаем по возрастающей. Вот, смотрите, какое оформление крышечки. Цветочки, да, такие. И кнопочка. Кстати, в прошлом видео говорила, не работают кнопочки, не светятся. Нет, они работают. Все светится, все работает. Вот, видите, коллекция Прованс. И в прошлом видео у меня, кстати, было много таких провансов, другие номера. Я так думаю, у меня прям будет большая уже коллекция. Здесь, конечно, все глиттер, но у меня много идей. Как их осуществить? Вот этот прям очень красивый. Ой, простите, совсем в экран залезла. Здесь у нас голубой, белый, разный глиттер. Знаете? Смотрите, какая красота. Здесь у нас разноцветный, белый, розовый, голубенький, зелененький. Очень нарядный. И здесь тоже глиттер. Разноразмерные шестигранички. Все здесь. Шестиугольнички, да? Здесь серый, розовый, желтый, белый. Ну, такие красавчики. Прям очень красивые вот эти. Так, давайте следующий. А вот еще был. Ой! Еще был вот 15-й, 10-й. Ну и давайте 9-й. Тоже. Вот, смотрите, а здесь уже розовые крышечки. Так, сейчас вам покажу. Ну, что же они у меня все убегают-то? Руки не держу. Да, смотрите, здесь синяя крышечка, здесь золотая, здесь розовая. Так, это такие вот номера. 9, 10, 15. И если мы их посмотрим поближе, что мы с вами увидим? Здесь мы видим... Так, розовый, белый, желтенький. И какие-то вроде как еле заметные, как вот здесь, наверное, тоже есть какие-то полосочки, но их почти не видать. Так, здесь у нас просто розовенький. Да, и мелкая полосочка есть. Очень мелко. А здесь тоже красивый зеленый, желтый. Такой, знаете, все зеленые оттенки. Да, я даже вспомнила. Это, кстати, коллекция Прованс, то есть силаки назвали в цвет цветов. Вот кактус. Ну, здесь вот, к сожалению, уже нет названия. Вот такие вот. Так, еще три у нас с вами осталось. Так, тоже здесь уже, смотрите, тоже такие крышечки показываю вам. 247 номер. Вот, нарцисс, смотрите название. Лаванда. Давайте лаванду сразу посмотрим. Лаванда. Розовая, зеленая, белая, даже что-то голубое. Разноразмерный шестигранный глиттер. Видите, тоже они все осели. Их просто надо взболтать, и все будет нормально. Здесь у нас названия нету, но потом посмотрим. Белый, розовый, красный, разноразмерный глиттер и, по-моему, что-то золотое там присутствует. И нарцисс, это белый, красный и зеленые палочки такие. Очень милые, не правда? Если интересно, могу попробовать вам фонарик показать. Вон, видите, он светится. Вот. Видите? То есть фонарики работают. У меня из прошлых, по-моему, только один не работал.
Так, ну и последнее, что тут есть в коробочке. Я решила вот такие два лака взять. Коллекция винил. Лаки Северина. Формула, винил, формула. Гель-эффект. Так, вот если интересно, можете тоже поставить на паузу. Посмотреть их состав. Так, вот так, наверное. Показать. Смотрите, сделано по ГОСТу. Это просто крема. 17 и 18 номер, да? Такие интересные два оттенка. Так, как вам лучше показать тоже их? Вот так, наверное. Ну, тут тоже камера опять меня разбеляет. Ну, это два зеленых оттенка. Такой зеленый, прям тепленький. И это такой серо-зелененький. Ну, так вблизи, наверное, больше похоже на настоящий оттенок. Вот такая красота сегодня была в моей сегодняшней распаковке. Надеюсь, вам было интересно со мной все это посмотреть и распаковать. Если вы остались довольны, поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Заглядывайте в мой телеграм и инстаграм каналы, чтобы посмотреть больше маникюров, я там публикую, свотчи лаков и фотографий. Ну, а также оставайтесь со мной. Мы обязательно с вами еще сделаем много интересных распаковок. Снимем много разных интересных видео. Если вам интересно посмотреть выкруску этих лаков, то напишите мне в комментарии. И мы обязательно вместе с вами снимем эту выкруску. Напишите, какой вам больше всего понравился лак. Может быть, уже какой-то приглянулся, и вы теперь тоже хотите себе такой приобрести. Их можно еще приобрести на Wildberries. Очень много таких лаков продается на Wildberries. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была я, Алина. До новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.